Мои хорошие, доброе утро. В душ сходила. Смотрите, у меня тут коврик. Боже, погас телефон. Таймер погас. А нет, не погас, все хорошо. Отодвигайся, Александр. Так, сегодня мы поставили 50 секунд. Так, Валина встает, включает таймер. 50 секунд. Ну что, мои хорошие, вот так и стоим. Сашенька, посмотри, я правильно стою? Да, все супер, все, идеально. Все супер? Да. Улыбаемся, господа, улыбаемся. Как-то так. Да. Ну а что, топы накупила, велосипедки накупила, а как иначе? Надо заниматься, надо вас радовать. И себя. Ну что? И Шанелька, посмотрите, как Шанелька за меня переживает. Сейчас Шанелька подбежит. Помощница. Да, сейчас пойду тебя купать. Сколько там осталось? Ой, погас экран, оно зазвенит. Мои хорошие, зазвенит. Вот, 50 лет Светлана Бальна. Пожалуйста, можно всё, еще минуту извини. Стоять. А, еще минуту? Ну нет, не буду. Как-то так. Вообще, респект, лайк. Ставим лайк. Ставь лайк, и тебе вернется. И у тебя будет тоже хорошее настроение на весь день. Как у меня. Правильно. Мои хорошие, я только что провела с Наташей Оленичевой. Кто еще не подписан на Наташу Оленичеву, ссылка на ее канал в описании. В описании под видео, смотрите, варила в прямом эфире я уху из красной рыбы. Мы уже доели. Нати, как тебе уха? Супер, очень вкусно. Вот, мои хорошие. Спасибо всем, кто пришел на этот стрим готовить со мной уху. Мне очень-очень приятно. Здравствуйте, я Наталья Ленчева, и я шопогодик. Даже мне ничего не надо, но я все равно хожу и чего как бы я. Молодец, Наташа. Смотрю канал Наташи Оленичевой. Вот так вот. После прямого эфира она пошла с дочкой гулять. А я на своем рабочем месте, на диванчике, смотрю свой любимый YouTube, своих любимых блогеров. Отдыхаю. Как-то так. Я так люблю зефир, мои хорошие. Наташа мне привезла из Санкт-Петербурга две упаковки зефира. И я доедаю, это моя последняя зефирка. Последняя зефирка, мои хорошие. Блин, жалко, что в Турции нет зефира. Всем привет! Привет, YouTube! Солнечный привет из Мерсина. Мои хорошие, спасибо всем, кто был на моем стриме. Сейчас мы с Наташенькой идем гулять в город, берем вам с собой, и на канале у Наташи Оленичевой выходим в прямой эфир. Оставайтесь с нами, будет мы интересно. Вас ждем. Прохожу всегда мимо вот этой изгороди и дарю вам, девочки, самое лучшее, самое солнечное настроение. Смотрите, какая красота. Улыбнитесь, пусть ваши глазки радуются. Вот как-то так. Мои хорошие, я подсела на рубашке, меня понесло. Я зашла в свой любимый адок, и здесь столько цветов появилось рубашек. Смотрите, я мерю. Вот такой вот цвет. Что скажете, пишите комментарии. И сейчас померю для вас другой цвет. И вот такой вот цвет. Что скажете, мои хорошие? Мальчик сказал, что красный. А я говорю синий. Я за синий. Ну, есть там модники у Светланы на канале? А давайте. Какой мальчик мне сказал, что красный? Вон тот, вон. Красиво. Но. Пишите комментарии. А тебе какой? Мне красный ближе. Мне как-то красный. Так, мои хорошие, и черный цвет. Что скажете? Черные. Как-то так. Мои хорошие, победила рубашка номер
номер не знаю, но красная. Эти рубашки. Мои хорошие. Короче, я купила себе рубашку. Наташа себе тоже купила классную футболку. А мы с вами сейчас идем гулять в старом городе. Буду вам все снимать. Оставайтесь с нами. Будешь постоянно менять? Все будет казаться, что ты богачка. У тебя много одежды. Это Наташа говорит, Света, рубашек много не бывает. Образы надо менять. Вот Балина меняет образы. Все для вас, мои хорошие, все для вас. Будут ваши глазки радоваться, глядя на мои видео. Так, ну что, мы сейчас Наташей свернем какой-нибудь закоулочек, типа вот такой вот улочки. Да, мы другую найдем улочку. Проезжали мы красиво. Сейчас будут такие же. И зайдем в кафе. Потому что мой любимый дорогой зритель Александр Оленчев перевел мне донат на кофе. Спасибо ему огромное за это. Я забыла вам сказать, мои хорошие, сегодня ведь еще праздники в Турции. И на автобусе проезд совершенно бесплатно. Как-то так. Натик снимает для вас контент, так что подписываемся на блогера Оленчева Мерсине. Смотрите, мои хорошие, какая мечеть. Какая здесь мечеть. Прямо на набережной Мерсина. Там море. А мы идем дальше. Гуляем, гуляем по городу. Сейчас пойдем в кафе. Наташа на своем канале выйдет прямой эфир. Вот такое вот кафе здесь, видите, люди обедают. Очень много людей, столики заняты. Это, мои хорошие, трасса D400. Если ехать туда, это мы приедем аж в Эрдемли. Там и Теджи, там и моя университетская. А если вы едете вот туда, вы приезжаете в порт, порт Чарши. Короче, это трасса D400. Мои хорошие, смотрите, а это все жилые дома напротив трассы D400. Видите, шторочки такие у людей, балкончики, флаг турецкий. А потому что праздник, потому что праздник, и турки украшают свои дома флагами. Ставьте лайк, если вам нравится мой город. Город Мерсин. 2 миллиона человек живет в этом городе. Город газифицирован, находится на побережье Средиземного моря. Смотри, Наташ, Левушки, Левушки, смотри. И сторожевой пес. Вот такой вот красивый песик. Красавчик. Мои хорошие, смотрите, как жители в Турции сушат свое белье. Видите, за пределами балкона. Вот так вот висят. Натянут на веревке, и они так сушат свое белье. Сейчас мы завернем направо и выйдем к морю и будем искать кафешечки. Натик снимает. И
говорит, что очень шумно гулять на трассе D400, реально шумно. Сегодня праздники, почти все магазины закрыты, значит, Турк-Цел, офисы закрыты. Вот, а мы свернули на такую улочку, вот, спокойную. И идем по направлению к набережной. Магазинчик такой проходим. Здесь так потише, да? Так можно сказать, что вообще тихо в сравнении с дорогой. Без шума. Ох, такое, да? Смотри, гимвиля какая. Угу. Целое дерево. Она елку обвивает, представляешь? Да. Ой, мои хорошие, а завтра мы будем гулять в это время в городе Тарсус и все вам снимать. Так что не пропустите, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и на канал Наташи. Ссылка в описании под видео. Смотрите, какая красота. Дерево вообще, чок-гузель, чок-гузель. Смотрите. Это кафешечка, такие ароматы идут. Время обеда, я уже есть хочу. Смотрите, какая красота. Просто чок-гузель. Мои хорошие, смотрите, какое дерево. Просто чок-гузель, чок-гузель. Вон впереди, мои хорошие, уже видно море. Вот улочки, дома, магазинчики. Здесь тихо, спокойно. Такая вот кофейня. Мы сейчас тоже найдем кафешку, да, Натик? Да. И выйдем в прямой эфир. Обязательно с вами поздороваемся с морюшком, обязательно. Все будет, мои хорошие, все будет. То я вам показываю свой город. Такие вот улочки. Там тортики, выпечка. Боже мой, боже, такой красивый ты, ты такой красивый. Боже мой, боже, посмотрите, мои хорошие. Какая любовь, ну какая любовь, посмотрите. Посмотрите, какая любовь. Поставьте, пожалуйста, лайк этому семейству. Спасибо большое. Просто, просто, ну вот красота ведь, ну вот красота. Такая вот любовь. Это, видимо, антикварный магазин какой-то. Смотрите, старье мое называется. Старье марье. И запах такой, знаете, старинного. Очень старинного. Как бы поснимать, вот что там. Статуэтки такое все. Вот так вот как-то. Такой вот магазин. Я прошла мимо этого кафе. Боже, какие тут ароматы. Здесь только, наверное, местные жители кушают. Но такие ароматы у этого кафе. Чок-гузель, чок-гузель. Так, где моя Натик? Бегу, догоняю ее. Вон она уже. Хорошая.
красота такая, посмотрите. Это музей. Музей. Это набережная. Натик моя снимает видео. Боже, корабли стоят. Корабли. Кормят голубей. Это морской музей, мои хорошие. Это типа русалка? Или как? Или что? Очень откровенная русалка. Ну, вообще, в стрингах практически. Чок гузель. Чок очень накачанная русалка, такая супер, мощная. Просто супер. Еще знаешь, эта русалка говорит о том, что секс в Турции все-таки есть. Но извините, кто-то думает, что здесь все закутанные. А здесь вы знаете о том, что в Турции легализована проституция? Так, на минуточку. Вот так вот. Поэтому, в отличие от Советского Союза, Турция принимает секс. И прячет бляхомуху голову в песок и говорит: ой, что вы, сказать слово трусики, это стыдно. Вон у них русалки без трусов стоят. Это да. Мои хорошие, начинаются кафешки. Это у нас рыбный ресторан. Смотрите, здесь вам приготовят. Натик влезает в кадр. Вот, смотрите, рыбку вам приготовят. Выбираете. Вот такой вот здесь, около музея, рыбный ресторан. Дальше идут кафешки, кафешки. Там впереди Starbucks. Так, мы вот по такой, на такую улицу должны свернуть. На следующую. На следующую мы свернем. И там будут кафешки, кафешки. А там вот и корюшка. Какой колорит, мои хорошие. Какой колорит здесь. Смотрите. Ну, ставим лайки. Чок гузель. Чок гузель. Вернули мы с Натиком в такую улочку. Здесь, надеюсь, много кафе. И в какой-нибудь кафе, в каком-нибудь мы выпьем чая. Так, вот кафешечка. Так, дальше идет донер кафешечка. Дальше следующая еще кафешечка. Сейчас что-нибудь выберем. Так. Нам надо так, чтобы музыки не было. Ой, здесь уже поют, походу, в этом кафе. Смотри, сколько людей в кафе, Наташ. У них праздники сейчас. Второй день будет бесплатно паб, мои хорошие. Это, наверное, алкогольный паб. Наташа, а может быть в паб? А, ну хорошо, пошли дальше. Да. Так что... Хорошо. Хорошо. Мы прошли Starbucks, был тоже на набережной. Ну, мы хотим какое-нибудь турецкое кафе.
ты, пожалуйста, по... Я хотела просто колорит снимать. Колорит так, хотела снимать. Бегунщики, знаешь. Ну да. Так, вот еще Тантуни тоже кафешечка. Смотрите, прямо целыми семьями выходят. Целыми семьями. Там, наверное, вкусно. Так. Опять Донер, Искандер. Вот еще турецкая кафешка. Не могу я там идти. Мне хочется по дороге идти. Как-то так. Вот видите, кафешечка. Тоже и на улице можно сесть. Наташа, смотри. Здесь и на улице можно сесть. Смотри, нам надо так, чтобы падал свет хороший. Во-первых. Хорошо. Чтобы далеко от дороги, чтобы... Тогда, может быть, туда пойдем? Пошли тогда туда. Вот, боже, как мне пройти? Так, и я тут пройду. Господи, нет, у меня... Пускай проедет. Вот. Ну ладно, давайте свернули, короче, на эту улочку. Ну да. Кто новенький на моем канале, это город Мерсин. Вот здесь салон красоты, барбершоп. Так. Вот уже еще отель. Смотрите, мои хорошие, кто хочет остановиться в центре города, это центр города, отель вот так вот называется. Можете прогуглить. А здесь салон тату. Кто любит тату? Так, смотрим. Вот кафешечка. Наташа, смотри, стол нас ждет прямо здесь, здесь, на дороге. Да нет, или вот здесь, вот внутри, ну тут курят. Тут курят. Тут, конечно, кафешечка, но тут курят. Так, пройдем дальше. Вот кафе еще. А, здесь играют, смотрите, здесь в кафе можно играть. Такие вот столы игровые, музыка. Так что, так дальше другая улочка идет. Такая улочка. Так, вот еще кафе. Бургер. Бургер. Цены, если вам интересно, видите, цены вот такие. Вот 140, 150, как-то так. Такие вот цены. Идем дальше, гуляем. Погода чудесная, так что можно гулять. Гулять, гулять, искать кафе. Главное не забыть, сегодня я выхожу к вам в прямой эфир. По четвергам в 7 вечера я всегда выхожу в прямой эфир. Добро пожаловать. Смотрите, как девочки оделись. Дорогая, давай-ка мы все-таки с тобой пойдем к морю. И да. Там сядем, посидим там. Думаешь? Ну, пойдем. Да, мне что-то не нравится. Везде вот эти. Пройти, не проехать. Мотороллеры гудят. И мы и не посидим. Хорошо. Выходим к морюшку. Ну вот, мы снова вышли к морю. Здесь вот такое вот кафе кальянное, мои хорошие, там сидят люди, курят кальян. Сейчас найдем. А вот, вроде ничего такое вот. Наташ, а вот это, смотри, какие. Я вот тоже говорю. Это столовая, кстати. А нет, итальянский ресторан. Это итальянский ресторан. Итальянский ресторан, здесь уже стол сервирован, то есть там не просто кофе. Не просто кофе. Там придется реально заказывать что-то. А нам же нужно просто выйти в прямой эфир и выпить чашечку капучино или латте.
У нас обед дома, мои хорошие. Так что ищем, ищем, ищем. Смотрите, какой панда, да? Панда. Это вот такой вот здесь кафе. Кафе. Проходим мимо большого ресторана Hot Thai. Посмотрите, люди сидят за столиками. В ресторане очень много людей. Люди выпивают, у них и водка, и пиво. Как-то так, как-то так. Люди счастливы, все хорошо. Так вот проводят свой день. Бар. Может, нам лучше здесь провести прямой эфир? Сейчас расскажу вам историю одну. О, меня пропускают. Короче, запомните эту дорогу, сейчас расскажу. Вот этот поворот, да? Мы прилетели с Маруси 27 июня 22 года и заселились недалеко от форума в апартаментах. Это уже наша набережная. И вот когда 28 утра мы проснулись, мы решили пойти позавтракать. И стали искать форум. Мы вышли на набережную и вот шли, шли, вот здесь вот все шли, шли, шли. И дошли как раз-таки до этого поворота. Там стоял мужчина. И мы спросили, форум, форум. И он нам показал, что надо повернуть и выйти на трассу D400. Вот, поэтому для меня эта дорога, это... Можно сказать, мой первый день знакомства с городом Мерсин. У меня такие добрые воспоминания вообще. Набережное море. Благодать. Сама судьба. Милана судьба. Да, сама судьба. Мы же не денемся. Ветер. Вот. Тем более здесь уже была. 4 этажа, лоба кафе, мои хорошие. Сейчас мы зайдем. Сейчас посмотрим, если наверху есть места, пойдем наверх. Ветер, мои хорошие. Ну ничего, у нас есть микрофоны. Так, Натик. Вот наша набережная. Четыре этажа у этого кафе. Так. Это на улице, если сидеть. Ой, боже мой, боже, какая вкуснота, посмотрите, мои хорошие. Так, и цены, видите, какие цены? 35 лир, 45, 90 лир, 25, 20 семит. Так. Тут надо выбирать десерты, они на лифте потом тебе помогут. 100 лир. Вот такие вот цены, мои хорошие, на пирожное. Это кто спрашивал? Цены. Как-то так. Ой, я бы вот здесь вот села. Да? Ну да, тут детская комната, тут детки будут кричать. Хорошо, хорошо. Давай тогда. Смотри, а там тортики и конфеты. Так мы должны здесь заказать? Слушай, вот что это за треугольник такой, вот эта булочка? Она такая прямо да, с курицей, прямо бюрек такой мини. Прямо манит меня. А это с сыром. Хочешь такой с сыром вот рядом? Сладкое. Ты сладкая будешь? Хорошо. Хорошо. Зашли мы на второй этаж. Вот такие вот виды, если сидеть. Здесь все занято, мои хорошие, все занято. Так что поднимаемся выше. Все занято. И там занято. Ладно. Натик меня уже ждет. Поднимаемся дальше. Так. Тут 4 этажа.
Ну что? Нельзя. А это там нельзя сесть, что ли? Еще дальше и дальше. Вот так вот деловой. Может, нам на лифте поехать? Ну ладно, пойдем. Пешком. Ой, как море видно, как море. Ну, музыка играет. Музыка играет, все столики заняты. Все столики заняты. Очень много людей, вот такие вот шикарные виды. Так, идем дальше. Поднимаемся еще выше. Ой. А самый последний, я так поняла. На четвертый этаж. Что такое зеркало? Здравствуйте. Вниз? А что, там тоже? Ой, мои хорошие праздники. Короче, все, сошли. Блогеры выходят к вам. К вам выходят. Смотрите, какая у нас тут обстановочка. Нашли мы все-таки место. Смотрите, у нас тут штатив, как у настоящих блогеров. Вот как-то так, вот с такими вот видами. Сейчас Наташа будет вести прямой эфир у себя на канале. Так, а что мы кушаем? Что мы кушаем? У нас капучино и у нас вот такое пирожное на двоих. Как-то так. Что ты не можешь пристегнуть? Подожди, солнышко, тут же прищепка. Просто берешь, нажимаешь и все. Все? Выходим в прямой эфир? Так, ой, смахни. Блин, с паролями. На, пароль свой. Улыбнись. Все? Так. Давай. Там я все настроила. Кто еще не подписан на Наташу, ссылка на ее канал у меня в описании под видео. Давай. Ну, все? Вот видите? Два зрителя уже ждут. Ну все, выходим. Как-то так, как-то так. Как-то так. А у нас подключены микрофоны? У нас все подключено, все горит. Поэтому ждем, когда появятся зрители, когда поставят лайки. И тогда мы выйдем и поздороваемся. Как-то так. Это недорого. Снимаю прямой эфир. Так вот, такая вот вкуснота. Ой, слушайте, вкуснота. На что не пойдешь ради прямого эфира и стрима? Сидим тут на улице с ответкой, как две цыганки. Как две цыганки. Сели, едим. Сзади нас шумит улица. Люди ходят на нас, смотрят. Думают, наверное, что они там делают. Мои хорошие, вот так вот проходит прямой эфир. Да я в дамскую комнату бегала бы уже. Мы уже покушали, попили кофе, как говорится. Вот видите, как блогеры работают. Блогеры работают. Вот так вот. Там, конечно, вот. Есть. Так, ребята, мы пошли, я вас потихонечку беру. Все, что я вам сейчас говорю на своем видео, слышат зрители Наташи. Сейчас будет читать. Я сегодня у нее модератор. Модератор, мои хорошие. Так что люди отдыхают очень ветрено.
трассу D400. И будем ехать домой, мои хорошие, домой. Уже вышли, не доезжая Випол чуть-чуть, и идем дворами, короче, идем домой. Какой дом красивый. Видите, впереди мечеть. Красота, красотища. Это какая-то у нас больница на нашей университетской во дворах. Видите, мои хорошие, в праздники магазины многие закрыты. Вот мой любимый магазин Челик, все для дома, закрыт. А вот женское общежитие, которое открыли. Красотища. Так что это наша... Моя любимая университетская и Наташина любимая университетская. Мои хорошие, я в прямом эфире. Смотрите, как я тут работаю. Вот эта лампа мне светит прямо в правый глаз. Как-то так. А это я.